Я недавно познакомилась с музыкальной игрой «Листопад» в электронном виде. А сейчас держу в руках печатное издание, пособие для творческих занятий, игра «Воодушевление», универсальное нотное издание. И это совсем не случайно. Эти две игры – это родные сестры, если можно так сказать. Нотная дорожка игры «Листопад» – это ноты первого разворота игры «Воодушевление». И благодаря новой игре, созданной игре, «Воодушевление» становится гораздо ближе, понятнее и доступнее начинающим исполнителям. Что мне очень ценно в игре «Листопад»? Все разучивание музыкальной партии идет в колорите самой песни «Осень ясноокая», в ее звуках, в ее атмосфере. Это очень ценно. И благодаря тому, что в игре есть музыкальная запись в виде ниспадающих полос, именно по этой записи человек, не знающий ноты, может по своим силам, в том темпе, как и по своим возможностям, пальчик за пальчиком разучить эту партию. А благодаря тому, что в верхней части экрана есть нотная запись, то можно, слушая песню, активно слушая песню и следя за этими нотами, учиться исполнять, ну, скажем так, имея вот этот прообраз игры идеального пианиста. То есть увидеть, как он, какие ноты играет, как он это исполняет, в какой момент времени. По сути, ведь он аккомпанирует исполнителю, и это позволит качественно научиться разучить эту музыку, качественно научиться ее исполнять.